Представляю вам электрическую мельницу для зерна Fidibus 21 от австрийского бренда Como. Корпус этой мельницы изготовлен из буковой фанеры мебельного качества, за которым скрывается мотор мощностью 250 Вт. Эта мельница способна выдавать 100 граммов муки тонкого помола в минуту. Загрузочная емкость вмещает 850 граммов зерна. У мельницы электрический тип привода, а также многоступенчатая регулировка помола. Материал жерновов – сплав керамики и корунда. Каменные жернова против металлических производят муку более мелкого помола и нагреваются меньше, чем металл, таким образом сохраняя питательные вещества. Эта мельница позволяет измельчать зерна пшеницы, ржи, полбы, ячменя и так далее. Из 850 граммов зерна у вас получится изготовить до 900 граммов хлеба из цельнозерновой муки. В комплектацию входят корпус мельницы и инструкция на русском языке. Дополнительно к мельницам Como можно приобрести насадку сито. Это приспособление предназначено для просеивания муки и позволяет придавать ей пышность, а значит, тесто получится мягким. Насадка устанавливается сверху жерновов. И в эту насадку засыпается мука. Используя в быту эту насадку, становится возможным удаление крупных частиц, которые значительно влияют на качество муки. Также дополнительно можно приобрести зернохранилище Como. Чтобы не хранить зерно в банках, которые занимают много места на кухне, отличным решением станет специальное зернохранилище, разделенное на три камеры. Для того, чтобы взять зерно, необходимо просто отодвинуть специальную задвижку. Для того, чтобы засыпать зерно, нужно просто приподнять деревянную крышку.